Здравствуйте, друзья, вы на канале Sim Racing From Zero, с вами Борис. Продолжаем попытки победить в СПА. В прошлой гонке почти удалось. Почти, но не удалось. А там, значит, чувак один тактически обошел меня. Он проехал всю первую часть гонки на харде. То, что не удавалось мне. Я оторвался, но... Есть одно но. Я там совершил одну ошибку с вылетом. Если бы не это, я думаю, потерял секунды 3 на этом. Если бы не это, победа была бы за мной. Ну что ж, посмотрим, что будет сейчас. Думаю, также мы сделаем. Стартанем на софте. И посмотрим, как это будет у нас. Как у нас будут развиваться события. Давайте разомнемся. Лучший возможный круг 1.4.8. Вот это уже, ну, что-то похоже. Они все на жестком. Если мы оторвемся на 7 секунд, у нас будет бесплатный пит-стоп. У нас будет... Блядь, мы такой шанс не использовали в прошлой гонке, это просто... Ну давай! Пол есть, а завет на победу так и нет. Блять! Дать ему пройти. Чех там вырулил. Очень внимательно. Здесь постоянно это говно, блядь, случается. Ну, хорошо, что они там замесились. Ошибся на первых кругах. Ну давайте. Пробуем оторваться. На 7 секунд надо. 7 секунд нам надо. Такой неистовый. Этот, сука, не отстает. Ух.
Встает, встает, все хорошо. Резина уже поплыла. Три секунды. Два круга. Секунды. Четыре и две. Тащила, блядь, а. Четыре, четыре. Еще рискнем. Уже пробовать еще раз на софт. Еще оторваться. Они поедут, по-любому поедут на это. Но оторвемся ли мы? Свежих.
там что-то догоняет. Эй, чувачело, ты чё? Софте ехали. Рискнем. Средний, не заправлять, поехали. Блять. Ты же поедешь еще на песок, чувак, я надеюсь. Тяжко тут, а?
ты, сука. 6,7. Я опять просру. Я надеюсь, они тоже поедут на пистоп. Не может он так на харде ехать, он должен еще на пистоп заехать. Он очень быстро едет. Что меня и догоняет, блин. На харде, ага. Секунду отыграл. Он у меня отыграл секунду. Как? Он не поедет? Да ну нафиг. Да жесть. Кошмар какой-то. Что за бельгийцы, блядь, такой?
ты чё, чувак? Как? Пиздец, как он это сделал? Блять, жесть какая-то. Как так-то, блядь? Я выиграю гонку или нет, блядь, меня бесит уже. Не, ну это жесть. Как он так делал-то? Где он вообще был? Когда он стартовал там? Куда-то выплыл, я не возьмусь откуда. Опять второй. Тьфу, блин. Ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи, всем пока.